В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о молодых знаменитостях, которых не стало в первый месяц весны 2024 года. Март 2024 года забрал очень многих молодых известных людей. 2 марта 2024 года не стало дзюдоиста Казбека Зангишиева. Он имел богатый послужной список в сфере спортивных достижений. Был чемпионом России, Европы и мира среди юниоров и молодежи, чемпионом и призером чемпионатов России, бронзовым призером чемпионатов Европы и мира и мастером спорта международного класса. Спортсмен выступал в полутяжелой весовой категории. Казбек Зангишиев прожил 31 год. Согласно данным из открытых источников, причиной его смерти стал оторвавшийся тромб. 4 марта 2024 года из жизни ушел актер Илья Устюжанинов. Он мало снимался в кино, но все же зрители помнят его по роли немецкого офицера и по совместительству агента НКВД в шпионском сериале «Операция престол». Актеру было 40 лет. Точных данных о причине смерти Ильи Устюжанинова нет. В открытых источниках можно найти информацию о том, что причиной мог стать как инсульт, так и онкологическое заболевание, которое было диагностировано у него примерно 10 лет назад. А в некоторых источниках и вовсе сказано, что Илья Устюжанинов ушел из жизни от инсульта на фоне продолжающейся борьбы с онкологическим заболеванием. 6 марта 2024 года этот мир покинул журналист и телеведущий Ник Шеридан. В нашей стране он был малоизвестен, но в Великобритании и Ирландии его знали многие. Телеведущий прожил всего 32 года. Причиной смерти Ника Шеридана стали последствия аневризмы головного мозга. Врачи боролись за его жизнь 10 дней, но спасти телеведущего не смогли. 9 марта 2024 года из жизни ушла эквилибристка Влада Морозова. Она потеряла сознание за кулисами во время представления. Девушку доставили в больницу, однако спасти ее не удалось. Причиной смерти была названа гипогликемия. С 2022 года Влада Морозова работала в Большом московском цирке на проспекте Вернадского. Девушке было 22 года. 14 марта 2024 года свой земной путь завершил актер, юморист и спортсмен Марат Джуманалиев. Он известен многим зрителям по фильмам «И я там был» и «Остров 2». Также многие помнят актера по игре в КВН. Марат Джуманалиев играл в команде «Азия Микс». Что касается спортивной карьеры, то он был боксером и баскетболистом. Спортсмен играл в баскетбол в сборной Кыргызстана, а также в клубах «Саха-Якутия» и «Стандарт» из Тольятти. В боксе он также достиг существенных достижений. Спортсмен дважды становился чемпионом Кыргызстана, а также принимал участие в различных международных турнирах. Марат Джуманалиев прожил 42 года. Причиной его смерти стала травма головы, полученная в результате несчастного случая. 18 марта 2024 года умер хоккеист Константин Кольцов. В разные годы он выступал за белорусские, российские и американские команды. Также спортсмен выступал за национальную сборную Белоруссии. В общей сложности Константин Кольцов провел за сборную 123 матча и набрал 55 очков. Ему было 42 года. Первоначально сообщалось, что причиной смерти спортсмена стал оторвавшийся тромб. После поступило сообщение, что Константина Кольцова не стало в результате ДТП. Обе версии были опровергнуты в пользу несчастного случая. Его характер не уточняется. Спортсмен похоронен на родине в деревне Чуденичи Логойского района Минской области. 19 марта 2024 года ушел футболист Эрсен Мартин. В разные годы он играл за немецкие, турецкие и испанские команды. В наибольшей степени спортсмен прославился благодаря игре в турецкой суперлиге. За 12 сыгранных сезонов Эрсен Мартин провел 256 матчей и забил 73 гола. Также он играл за национальную сборную. Футболисту было 44 года. Причиной смерти Эрсена Мартина стали последствия разрыва аорты. 16 марта 2024 года не стало борца вольного стиля Мухамбета Куатбека.
Он стал победителем юношеских Олимпийских игр 2014 года в весовой категории до 54 кг. Но покорить такие высоты в спорте борцу удалось не сразу. На юношеском чемпионате мира 2014 года Мухамбет Куатбек занял лишь 14 место. Следующий чемпионат мира стал для него более успешным. Спортсмен стал бронзовым призером. Также стоит отметить третье место Мухамбета Куатбека на чемпионате Азии среди юниоров в 2016 году и серебро на том же чемпионате в следующем году. Ему было всего 27 лет. Причиной смерти спортсмена стала остановка сердца. 30 марта 2024 года из жизни ушел роллер Роман Багрец. Он был чемпионом России по скейт-кроссу. Спортсмену было 36 лет. Причиной смерти Романа Багреца стал несчастный случай. В процессе тренировки он на существенной скорости врезался в бетонную горку и получил многочисленные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Спортсмен покоится на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. 31 марта 2024 года этот мир покинула участница шоу «Дом-2» Либерж Кападону. Кроме участия в этом реалити-шоу, она также снималась в ленте «Вождь разнокожих». Девушке было всего 36 лет. Причиной смерти Либерж Кападону стала остановка сердца. 31 марта 2024 года, а по другим данным 30 марта, свой земной путь завершил актер Чен Спирдома. Он снялся в нескольких фильмах, среди них «Поколение Ви», «Леденящие душу приключения Сабрины» и «Чисто английские убийства». Актеру было всего 27 лет, причиной смерти актера стало ДТП. 31 марта 2024 года умер телеведущий, автор книг и мотивационный спикер Дунар Хилбрам. В России он был известен в узких кругах, но у себя на родине в Индонезии телеведущий был настоящей звездой. Дунар Хилбрам прожил 48 лет. Причиной его смерти стало заболевание желудочно-кишечного тракта. Светлая память молодым знаменитостям, ушедшим в марте 2024 года.